Новый год позади, но люди продолжают получать подарки, а точнее призы для участников праздничных акций газеты «Видновские вести». 12 января на нашем телеканале состоялся розыгрыш для подписчиков, принявших участие в акциях «Новый год с хорошими вестями» и «Чудо в подарок». О последнем мы рассказывали в отдельном сюжете. Необходимо было вырезать 8 бумажных новогодних шариков, напечатанных в каждом из 8 декабрьских выпусков газеты, склеить их, сфотографировать и прислать фотографию в редакцию. Идея участвовать в акции пришла как-то спонтанно. Вот. Склеил один шарик, потом понравился еще один, и так и все 8. Сами подписчики стали гостями прямого эфира. Акция им запомнилась и понравилась не только потому, что шарики стали новогодним украшением, но и несли в себе символику поселений Ленинского района. Перед Новым годом я купила ватман, потому что решила, что они должны дольше жить. Вот. И буквально 31-го в новогоднюю ночь, и потом еще несколько дней мы всей семьей, то есть я, папа, вырезали, склеивали. Вот. И потом решила каким-то образом поинтереснее их представить. Призы были представлены салоном красоты Magic Bonita, супермаркетом «Матрица» и видновской дирекцией киносети. Очень нужная вещь телеканал предоставил нам все это дело, ну, чтобы быть здоровым и пить чистую воду, нормальную, полезную. Кому? Так, фильтр достается Мендубаеву Гасиму. И вот уже сегодня победители начали получать свои призы. Я первый раз попробовал, я уже подписчик «Видновских вестей» уже больше 40 лет. Решил попробовать, что это такое. Читатели, посетившие прямой эфир и к тому же выигравшие подарки, планируют и в дальнейшем выписывать районную газету и принимать участие во всевозможных акциях. Все это становится традиционным. Традиционным, потому что мы очень любим и уважаем наших читателей, наших подписчиков. И мы хотим, чтобы